всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня, ребята, с вами охотник за наклейками. Прямо сегодня я найду на комонках, на анкомонках, на рарках самые крутые наклейки Арканы и куплю их. И, возможно, даже прямо сегодня найду Gold School, и я его куплю. Ну, ребята, прямо ту секунду прожмите огромнейший лайк, если у вас большой побежон. Даже если маленький, тоже прожмите лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал. Проверьте, чтобы красная кнопочка была серой. И напишите любой хороший комментарий. Ну что же, чики-бомбони, поехали! И нашу охоту за наклеечками мы начнем с АВМ Феникса. Самый лайтовый скинчик. Ну что, ребят, полетели искать. Я скажу так, то что я уверен, что на съемке этого видео я потрачу как минимум часов 5 времени, потому что я начинаю с рарок, а закончу анкомонками. Поэтому я вас прошу только одно. Прожмите, пожалуйста, лайкусик и подпишитесь на мой канал. Тоже мы видим? Мы видим то, что на АВМ Фениксе уже первые наклеечки появляются на 35 голды. Ну, ребята, ну это... Ну что это за наклейки? Это тупо пыль! Хэштег перхоть, хэштег мусорку. Не, ребят, нас такие наклеечки не устраивают. Мне нужны нормально дорогие наклейки. Нет, это что такое? Ну вы прикалываетесь. Листа вниз, я хочу найти аркану. А лучше, знаете что, лучше не аркану, а лучше две арканы, или три арканы, или четыре арканы. Ну что же, ребят, я уже пролистал до 60 голды, и я вам скажу так, наклейки не меняются. Где Хэллоуин коллекция, где же все эти дорогие наклейки, где? Опа, подождите, подождите, кажись, там была легендарка медведь, да? Да, да, слушайте, неплохо. Но учитывая то, что тут эта наклейка всего лишь одна, этого слишком-слишком мало. Опа, Хэллоуин коллекция пошла, да ты шо? Хэллоуин коллекция идеальненько, значит уже, начиная из 150 голды, должны идти дорогие наклейки. Да, это тоже Хэллоуин коллекция, Дракула, обалдеть. Так, ребята, не сдаемся, идем дальше. Слушай, это уже интересно. О, еще наклеечка маме. Ребята, вот это я понимаю. Так, тут у нас легендарочка, тут у нас так себе. Я хочу найти самый красивый, самый крутой АВМ Феникс. Как вы думаете, выйдет у меня это или нет? Ребят, конечно же выйдет, ребята. У кента всегда все выходит. Опа, паджик, потик. Вот эта наклейка стоит 2500 голды. Если я прямо сейчас куплю, то я уверен, что я куплюсь. Это, ребята, очень круто. Так, тыква, вау, это очень дорого, это эпик Хэллоуин коллекции. Вот эти вот три наклеечки тоже стоят 1000, наверное, 3 голды, но нас интересует нечто побольше. Опа-па, вы посмотрите, что я нашел. Две Хэллоуин наклейки, хэштег непоганенько. Ну вы посмотрите на эту красоточку. Я вам скажу только одно. Я бы купил бы этот АВМ Феникс. Я бы даже на него присел. Есть только один небольшой минус. Вы спросите, Кента, пока какой? А я вам сейчас все покажу. То, что вот это, вот этот вот АВМ Феникс стоит 4 косаря голды. Это что за цены-то такие от вымогателей? Ну что же, я, ребят, пролистал АВМ Феникс в самый-самый низ, и самый дорогой скин это вот этот. Вот с вот этими вот наклейками. Братанчик, ты вообще чем думаешь? Вы видите эти цены? Вы серьезно? Да кто, блин, купит? Кто вообще вот это? Ну ты, чувак, на приколе, как можно было поставить за 1 000 000 голды вот это? Ну что, ребят, что могу сказать? То, что на АВМ Фениксе нормальных наклеек крайне мало. Поэтому мы идем дальше, а дальше будет гораздо интересней. Да-да-да, это АКР Спорт, это самый популярный АКР среди всех игроков, потому что он дешевый и он красивый. И я уверен, что на этом АКР Спорт мы сможем найти реально обалденные, крутые, дорогие наклейки. Поэтому, ребята, погнали искать. Что могу сказать? Первые наклеечки я уже вижу, начиная на 40 голды. Ничего себе тут ассортимент, ребята. Я вижу за 40 голды 4 наклейки. Почему 2? Не понял? Не понял? Нормально. 4 наклеечки, ребята, за 40 голды. Поэтому, если вам нужен крутой АКР Спорт, у вас всего лишь бюджет до 50 голды, то я вам советовал выбрать именно АКР Спорт. Но нам, ребята, эти обычные наклейки не интересны. Нас интересует только арканочки, чики-бомбани. Я просто, ребят, в шоках. Вы посмотрите, насколько же большой выбор наклеек. Вау. Обалдеть, тут наклеек на любой вкус и цвет. Это всего лишь за 50 голды. Поэтому, ребята, если вы бедный, то АКР Спорт вам точно понравится. Потому что тут, ребята, наклеек, ну прям на каждом АКР Спорт реально есть наклейки. Вы посмотрите, я в шоках.
На 75 голды мы уже нашли первую легендарку. Ну, ребята, ну все равно, ну шо это такое? Да вы серьезно, да? Пыль! И самое интересное, то, что на КР Спорте начинают идти хиловые наклейки именно со 100 голды. То есть вот, если вы, обратите внимание, можете купить наклеечки клоуна. Я уже, не знаю, минут, наверное, 20 листаю эти наклеечки. Я хочу увидеть хиловые коллекции, хочу увидеть арканы, хочу увидеть нормальные наклейки, а не вот это вот все. Опа! Перчик 100 на голда. Ну, ребята, конечно же, покупаем! Это нереально выгодно, это нереально выгодно, потому что эта наклейка стоит косарь голды. Хэллоуин наклейка за 100 на голду тоже можно взять, но мы их уже видели очень-очень много. Вы просто, ребят, посмотрите, насколько же большой выбор наклеек. Я никогда не мог подумать в жизни, то, что именно на Кэрри Спорте сколько наклеек. Я ни на одном другом скине не видел так много наклеек, именно как на Кэрри Спорте. И самое интересное, это всего лишь 100 голды. А что будет, когда мы долистаем до 300 голды, до 400? Я вижу БК! 115 голды стоит вот это?! Ребята, это же Аркана! Конечно, берем, конечно, иди к папочке Аркана! Опа-па! Купи! Ё-моё, пацаны, вот она, богатая жизнь! Ох, ребята, раз богатее, я после этого видео, вы даже не представляете. Но наша цель, это найти Gold School или Punisher. Все, ребята, скины закончились, знаете почему? Потому что это наш с вами любимый стендов. А если серьезно, ребят, то это бах на наклейки. У меня скины просто-напросто не листаются вниз. Но зато, если кто-то выставит новый скин с наклейками, то я его вижу. Поэтому, ребята, давайте посмотрим, что же тут интересненько есть. Что? 400 голды, вот это? А можешь купить? Вау, 3 Хэллоуин наклейки, всего лишь 400 голды. Да ты шо, ребят? Ну как вы думаете, купить или не купить? Дайте совет. Короче, была не была, покупаю. Не, ну реально, крутой скин. Крутые наклеечки, мне нравятся, реально. Что? За 6 тысяч голды, вы видели, что же выставили? Что? 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 За 6 косарей, наклейка Аркана, 2 легендарки, 6 косарей. Есть только одна небольшая проблема, то что 6 косарей он не стоит. Ну а так, сам по себе скин очень даже неплохой. Что еще есть тут прикольно по наклеечкам? Что? 600 голды, вот этот малышка! Блин, я хочу! Я хочу этот КР Спорт! Вау! Вот это я понимаю, ребята! Плюс чат! Такой приезжал Бобиджончик, да ты шо? А 625, вот это? Вот это 625, это же Аркана первая наклейка! Я уже целый час сижу на этом сраном КР Спорте, поэтому есть предположение. А давайте-ка мы прямо сейчас выберем Origin коллекции и пойдем на какую-то самую дешевую анкомонку. А, субилет комонка. А, комонка. Ну что же, ребята, вы готовы к этому? Фух, я себе уже заварил чая. И прямо сейчас, наверное, часа так 3-4 я буду листать самый-самый-самый низ. Пока не найду самые крутые наклейки. И я надеюсь, что именно на этом скине я найду Аркану. Как же долго, 37 тысяч скинов. Вы понимаете? Мне очень интересно посмотреть, когда же будет первая наклейка. А именно на какой цене. Поэтому мы листаем самый-самый низ. Стоп! Только я сказал, ни одной наклеечки нету. Как вдруг за 2 голды. Первая наклеечка 5 years. Надеюсь, дальше будет только интереснее, потому что я уверен, что ни один адекватный человек, ну, кроме, конечно же, Кента ПК, не будет листать так вниз. Вот я в этом уверен. Кто не будет листать 3 часа этот М4 Тайгер. Но я ради контента, ради ваших лайков и ради ваших подписочек на мой YouTube канал и на мой телегу, ссылочки в описании, я готов это сделать. Все, ребята, листаем, листаем, листаем! Ребята, вы не поверите, но спустя 40 минут я увидел еще 2 наклеечки. Первая наклеечка вот такая вот, и вторая наклеечка вот такая вот. И вот эти вот 2 скина стоят по 3 голды. Ну, кстати, реально недорого, поэтому кому надо, обращайтесь. Прошло 2 часа, и знаете, что произошло? Нет, ребята, я не долистал до самого конца. Просто скины перестали листаться. Да чё это такое? Блин, разработчики, исправьте этот баг. И за все время, пока я листал, за все эти 2 часа, я увидел всего лишь 3 или 4 наклейки, и они все были самые-самые дешевые. Я даже не видел ни одного скина, на котором приклеено было 2 наклейки.
Ого, 4 клетки. Я сюда же куплю. Чисто, ребята, на память куплю. Все, все, все. Ништяк, ништяк, ништяк. Ладно, ребята, давайте-ка мы лучше выйдем назад, да? Вот так, выйдем назад, да, да, все нормально. Выйдем назад и поищем наклейки на каком-то другом скине, на котором они по-любому будут. Да-да-да, вам не показалось. Я бросаю вызов сам себе. Следующий скин это М16 камуфляж. Пожалуйста, ребят, прожмите лайк, если вам жалко кента. Прямо сейчас, так сказать, еще пару часиков времени потратим. И, надеюсь, найдем хотя бы парочку нормальных наклеек. Хотя бы аркану, хотя бы одну. Ну, хотя бы уже легендарку. Ну, хотя бы эпик. Спустя 5 минут времени я нашел вот такую вот наклеечку. Вот, я, кстати, заметил, наклеечка 5 years, ее просто клеить куда угодно. Вот, куда ни зайду, на любой самый дешевый скин, всегда будет эта наклеечка 5 years, потому что она, походу, вообще никому не нужна, ее клеят налево и направо. Так, ребят, опа, еще наклеечка. Только не видишь, что обратно 5 years. А-а-а, иди сюда, дорогой ты мой, ха-ха. Еще, ребята, 3 наклеечки, 2 из которых это 5 years, и 3 это Lucky Star. Ну, я вам скажу так, очень-таки даже неплохо. Но мне интересны арканы, я... Трачу очень много своего времени. Я хочу найти не 5 years, которые тут бесконечно, походу. Я хочу найти реально крутые, дорогие наклейки. Прошло примерно 40 минут. Есть хорошие новости и плохие. Хорошие новости, я нашел наклейки. А плохие то, что это обратно эти 5 years. Да ё-моё, ну где будет? Где хоть одна нормальная клеечка? Почему везде эти 5 years и самые дешевые рарки? Нам нужны легендарки или арканы. Я нашел 4 наклейки! Правда, это опять 4 рарки. 4 рарки. Но зато за 18 голды, в принципе, можно и купить. Ну, ребят, ну вообще, за 18 голды я могу купить вообще все, что захочу. Ой-ой-ой-ой, пацаны, посмотрите, за 19 голды, в принципе, неплохо. А че бы нет? А давайте-ка мы купим. Не, ну а че бы нет, ребят, ну я же не зря листал-то так долго. Но, как мы видим, нормальных наклеек тут все равно нету. Я уже листаю, ребят. Ну, пощадите кента. Все, короче... С меня хватит. С меня просто хватит. Давайте-ка мы лучше, знаете, что посмотрим. АКРТХ с наклейки. Блин, как же это приятно смотреть. Есть только одна проблема, это цена. Ну вот классная, ну вот классная. Крутые наклеечки, все классно. Ну, 4 костыря, да я что, деньгами какаю или как? Откуда у меня такие деньжищи? 4 килотить, у меня монтаж что дешевле, чем эти скины. Обалдеть! Блин, вау, вот это прям очень круто. Но 4 косаря, не, спасибо. Ого, это прям очень дорогие наклейки. Каждая из этих наклеек стоит по 20к голды. Каждая из этих наклеек стоит по 15к голды. 4 самурая. Сноу Квин за 25к. Можешь купить? А можешь купить? Ребята, что вы думаете? Напишите прямо сейчас в комментариях. Просто покупать или нет. Это очень выгодно. 25 косарей Сноу Квин. Голд Скул. Gold School! Я не верю, Gold School! Я хочу купить, я хочу купить, я хочу купить еще один Gold School! Да ты что? Вот это малышечка, ребята! Я просто в шоках! Так, ну а, к сожалению, 4 Gold School я не нашел, зато я нашел вот такой замечательный классный скин. И он стоит 1 миллион голды. Я думаю, надо быть сумасшедшим, чтобы купить его за 1 миллион голды. Короче, ребята, если у вас есть 25 косарей голды, мой совет... Купите вот это КРТХ, пока его не купил Кента ПК, потому что, ребята, ну это прям очень-очень круто. Ну или за 34 тысячи можешь купить Gold School, вот эту клеечку с неоном и 2 биохазарда. Это тоже очень выгодно. Прямо эту секунду прожмите огромнейший лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И самое главное, подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что в телеграм-канале я купил один КРТХ с очень дорогими наклейками и хотел бы его подарить вам. Но надо просто подписаться на мою телегу по ссылочке в описании. Ну что, ребята, с вами был ваш Кентуха, охотник за наклейками, Кент Большой Джон, Бобби Джон, поправочка. Всем удачи, хорошего настроения, всем пока!